Луковицы тюльпана попугайного Эрна Линдгрен относятся к поздно цветущим сортам. Их приобретение позволит украсить участок яркими тюльпанами с разными сроками цветения в течение нескольких недель. Высоту растения может достигать 65 см, подходит для выращивания во всех климатических зонах России. Эффектно смотрятся его сложные соцветия с множеством гофрированных лепестков, что делает бутон очень объемным. Цвет у сорта Эрна Линдгрен ярко-малиновый. Цветы очень красиво будут смотреться в сочетании с белыми и желтыми тюльпанами на смешанной клумбе. Срезанные цветы долго сохраняют свежесть. Тюльпан попугайный Эрна Линдгрен – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан попугайный Эрна Линдгрен можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан попугайный Эрна Линдгрен в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан попугайный Эрна Линдгрен – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.